Привет, чат. Это снова я. Подожди, чел продает Valmol Tenshell 23 качества за один хаос? Это рофил? Он не продаст 100%. Он кидает его в трейд. Он сейчас поймет, что он не ту цену поставил. Не заметил 23? Че это такое? Онлайн дейтинг. Блин, чат. У нас Скотти один айпишник. Походу, она там уже онлайн дейтинг сайты гуглит. Походу, это палево. До конца лиги не дотерпит, капа. Так, сколько нам нужно камней, чтобы сделать вал-версию? Один. Сосакрифайзить закарабченный камень, получить 40% от его опыта. 137 лямов опыт. Так, не смей вкачиваться максимум на один уровень. Я хочу закинуть и увидеть сразу плюс 15 уровней. Ох, ни хрена себе. Пипец, это чит. Это можно как бы камни спокойно апать в ноль и вкачивать автоматически просто. У меня на этом персе какая-то лютая фобия, короче, забежать на рефлект карту. Я просто по два раза перепроверяю, есть ли рефлект на мапке. Это в прошлой лиге меня это как-то цепануло. Поэтому я уже как бы не проверяю, могу ли я рефлект бегать, чат. Я тогда сейчас возьму обычный Siege X 83 левела, и мы будем его крафтить, чтобы у него сразу потенциал был нормальный для прока. Берешь один Perfect Fossil, кидаешь, получаешь 30 качества. Гайд записан. Мне нужно словить две пассивы нормальные на атаку на блоки и при этом одно гнездо. Можно Т1 огородом ролить, ну кстати да. Вообще, на самом деле, я могу фигачить практически любые рефоржи. Что? Подождите, он прокнул на 4 мелкие пассивы, я вообще такого ни разу не видел. Очень сильно зафакапали крафт кластеров, теперь это гораздо сложнее сделать. 2% блока плюс урон. Ладно, я это оставляю. С этим расположением я трачу 7 поинтов. На самом деле с одним гнездом выглядит как параша. Ну типа, я лучше эти поинты закину в какие-то ноды здесь на дереве. Там вот, например, в эти ноды на урон. Какому разбойнику помог брат? Все разбойники полегли, брат. Только так сейчас. Единственный вариант, это если ты пушишь, допустим, супер быстро, и ты берешь Алиру вначале, чтобы она тебе помогла порезом и все такое. 1-2 физики, 113 урона. Блин, ты мог в другую сторону максимальный прок словить, а? Это было бы охренительно по апгрейду. Рассел сдает больше урона, чем рейдж, не игнорить плиз. Да, кстати, сейчас я проверю. Для этого и существует вот эта программа. Заходите сюда, нажимаете импорт-экспорт, выбираете персонажа, нажимаете на две кнопки, чтобы его импортировать. И, например, мы хотим посмотреть, какой мне суппорт больше урона даст. Потом можно выбрать обилку, и, например, если мы ставим Rustless, Rustless 20-20 качества накидывает... Сколько он накидывает? 43%. Rage на 50 стаков. Тут сложно посмотреть, потому что нужно, типа, запомнить, какая цифра до этого была. Кстати, он что-то очень мало накидывает. Не может быть, что так мало. Но, походу, меньше, да. Весь сад будет забит вот этими постройками, и будет просто банально неудобно. А смысла нет, потому что столько семян ты никогда не получишь. Это, короче, только для каких-то омега-фермеров, которые собираются скупать просто эти семена пачками. Очень нравится новый Helm Attachment в этой лиге. Подождите, это рейнджерка. Зачем он придел к шлему рейнджерку? Больной ублюдок. Так, чат. Мне кажется, пора идти на софт. Софт, Volatile Dead. Мне кажется, пора прогибаться под мету. Все, к ГВП. Я так понимаю, сударь, вы хотите, чтобы я сотворил магию, да? 600 это possible. Было близко, бро, но походу 79% проголосовали за конверт в сморка. Думаете, пора, чат? Просто этот билд, он слишком имба, в нем не чувствуется челленджа. И плюс он уже проверенный. Что думаете по поводу варианта сейчас оставить этого перса и сделать двурука? Пока он еще горячий. Я решил, чат. Мы сейчас оставляем Глада. Мы делаем тактический рерол в двурук. Этот мародер еще не подозревает, какая великая судьба его ждет. Пруф. Он жив. С Гладом все в порядке. Так убей. Зачем? Потом пригодится. Фотошоп. Меня опять раскусили программисты.
Ничего себе, посмотрите на него чат. 100 из 100, 28. Короче, на 13 уровне мы всех шотать будем. Сандер в деле, чат. А чё он такой медленный? Блин, что-то это реально кал. Катать на расколе для меня пока еще это слишком. Ну-ка, шеттер, шипы, еще взрыв. Ну это прикольная била, но я думаю, мы так сделаем. На 28-м мы возьмем Earthquake, будем с ним пушить, и потом в эндгейме я рассмотрю вариант поставить шеттер, либо буду с Earthquake. Мини-гайд, например, Glacier, где он? Glacier Т4, да? По умолчанию он получается Т1. Смотрим, сколько есть Т1 карт в этом регионе. Ни одной. А, ну Т1 карта всегда одна бывает. Т2 много. Но здесь остается только открыть фейворит слоты в этом регионе, вот в этом. И закинуть туда Глейсера, чтобы он чаще падал. Потому что все эти карты не получится закрыть. Твой МФ билд может фармить Т15 бурики, это рофл. Ну, на софте это можно провернуть. Одеться в очень хороший гир. Да, чем больше у него радиус становится, тем хуже он попадает, прям ощутимо. А вчера я заказывал, получается, доставку. Ну и типа на таком задрот моде там жрал ее на пофиг. И вчера Котя такая говорит, что-то типа, что-то она как-то пахнет не очень. Я такой, да нормас, короче, ем. И сегодня просто встаю, и мне что-то как-то херово. Вы думаете, меня это остановит? Я могу пушить сквозь отравление, если это оно. Возможно, это оно, кстати. Мы сразу вала билку получаем, и плюс она почти с макс качеством. Чат. Как в старые добрые, как 1000 лет назад, когда появился этот скилл. Хрень здесь. Блин, что происходит, чат на экране? Что за грязь? Короче, Earthquake, походу, теперь чаще прокает. Или что-то такое. Чатик уже понял, что перс жив, а можно клип почему-то сменил перса. Ну, там, как бы, несколько причин на это было. Первая причина — это ты, а вторая — все твои мечты. Почему он, а не я? Это все вы, чат, когда я говорю... Когда я не обращаюсь к кому-то конкретно, я разговариваю со всем чатом. Этот билд подойдет для старта? Ну да. Он... нуб-френдли, потому что в нем не нужно какие-то спецманипуляции вначале делать. Ты просто берешь двуручку с самого начала и так с ней бегаешь. Блин, если я закину еще в амулет пассивку на Last Duration в дереве, которая там сколько накидывает? 15%. И плюс Last Duration камень вкачается, это вообще будет ГГ. Это вообще адекватно наносить такой урон с пушкой 13 уровня практически без нотов на урон в дереве? Можете как бы не отвечать на этот вопрос. Почему у тебя на аватарке канала буква У? Потому что я Уистер. Кстати, а если купить за экзы гараж, это будет считаться РМТ? Пошли в лабу, становимся джагами, чат. Покажу, как решается эта головоломка, раз она тут попалась. За 3 секунды. А, нет, подождите. Что-то не сработало. Так, ладно, за 3 минуты тогда. 3 мин. Что-то пошло не так, я не в том месте нажал. Напоминаю, что я сегодня вареный, поэтому да. Скелет с рефлектом. Усюка, я об тебя не убьюсь. Я жду. Я не повторю судьбу Квина. Все, можно взрывать. Самый рофил в том, что об него можно убиться, блин, даже на этом уровне. С таким разовым уроном. Так, ну что, берем джага. Если хотите контент, надо брать джага. Если хотите рип в актах, надо брать берса. Еще одни акты в ближайшее время нам пока что ни к чему, поэтому джага. О, что это такое? Можно мне? Рандомная двуручка на 40 уровень на 260 ДПС. Как думаете, получится собрать перса, который просто зайдет такой, не знаю, на кого, на шейпера зайдет, орнет, стукнет и шотнет его? Опа-на, стартовый пакет врыватора. Чат, тут есть те, кто играл в компьютерных клубах раньше? Сейчас уже, конечно, комп просто вообще у всех есть. Но я в детстве рубился в клубешниках, да. У меня еще была такая чит-схема. Ну, когда деньги лишние были. Я сначала играл дома, потом родители говорили, типа, все, хватит на сегодня, наигрался. И я потом еще шел и еще в клубе играл. Нихера себе! Это я даже не крикнул. Истер, я тебя уважаю. Взаимно. Я уважаю тех, кто меня уважает. Истер, я тебя люблю. Серьезно. Серьезно? Спасибо за такие отзывы. На! На! Братва в шоке, экс мутятся.
Но для тех, кто, например, начал качать Глада и типа усомнился, типа, а что за фигня, почему Чистер перестал его качать, можете не волноваться, Глад имба. Подождите, гоу попробуем. Если я ору, бью... Ни хрена себе! Короче, этот крич, он накидывает по 30% за каждый проюз и складывается. Например, если 5 проюзов, в конце будет плюс 150 радиуса. Это уже не АУЕ, это АУЕ. Я помню, как в прошлой лиге кто-то сказал, Папича имеет абсолютный рекорд. Никто еще не смог собрать так мало урона за 20 мирроров на персонажа. Но это, кстати, тоже уметь надо. Для минимальных лагов нужно удалить папку с игрой. Инфа сотка. Осуждаю. Бам. Понятно. О, зро. Единственный недостаток дэша, он в некоторых местах, где липслэм перепрыгивает, он не достает, у него дальность меньше. Но зато у него моментальная анимация, независимо от скорости атаки. А с нашей скоростью атаки это актуальная тема. Он теперь постоянно будет скелетов прокать здесь. Не надо убить этого скелета, чат. Лучше его сейчас вальнуть. Тут главное не ударить в тот момент, когда он собирается включать рефлект. Давай, бай. Он ждет, он выжидает. Я тоже выжидаю. Кто кого пересидит. А почему не врубает? Подождите, он что, рофлит, что ли? Так, короче, умри. А, вот теперь. Он, походу, ждал, пока я его продамажу. Я его переиграл. По-моему, именно так выглядит флекс. Причем не СПБ. Лига аристократии, когда женишь мобов между собой, выводя династию. Блин, пожалуйста, я надеюсь, до Криса не дойдет эта идея. Так, плюс Unstoppable. Все, нас теперь не замедлить, чат. Нас не остановить, получается. Когда будешь открывать коробки. А завтра небольшой минмакс. А здесь, когда квери проходите, тут есть момент, когда идет разветвление. Одно к квесту ведет, другое к пассивкам. Ну, в смысле, к ТПшке. Тут можно поставить ТП, пробежать в ту сторону, которая ведет следующую локацию, зайти туда, взять ТП там, вернуться в город, прыгнуть через ТП и добежать и забрать пассивку. Экономится, ну, секунд 30. Я знаю, что всем похер, но не благодарите. Еще тогда сразу поперли следующий тип. В этой локации куча домов, как понять, в какой дом заходить, чтобы пройти дальше. Возле правильного дома труп всегда валяется. И там возле каждого дома, в который нужно заходить, всегда есть труп. Вот видите, снова труп. Значит, нужно сюда идти. Чистер, помоги, расскажи про несбалансированную защиту, не понимая, что он дает. Короче, запомни, если у тебя мало физмитигейшена, нет эндюрок, мало брони, тогда ее можно взять. Если у тебя становится много брони, базальт, эндюрки, тогда убираешь. Тогда она будет тебе резать выживаемость. Наконец-то у Солярис и Лунарис появилась цензура, а то вот эти вот все вот эти вот жепы, которые тут блестят, это вообще непростительно. Одобряю. У меня сейчас 5500 ДПС, да? Нам нужно апнуть... Ой. Подсознательный байт не сработал. Нам нужно апнуть 2 уровня, нужно будет попробовать. Так, 5600. Кстати, я ее не покрасил. А, ну кстати... Меньше получилось. Анбаф 11700. Интересно, сколько раз мне еще нужно пробежать по этой локации, чтобы однажды здесь снова прокнуло Тора. Но я думаю, что чат будет ждать. По-моему, это какая-то пусть кашотная была. Жалкая пародия на Тору. На истинного врага. Но вообще, если брать, тогда нужно те брать. Короче, я беру вот эти. Вот эти норм. Давайте вот это. В принципе, оно норм. Жизнь, она как корабль. Надо это брать. А, вот это, кстати, погерс, лол, чё? Моё. В принципе, неплохо для начала. Чат, Earthquake на первом месте. Если сложить вал плюс обычный, получится 12%. Здесь только шарика на нос не хватает. О, пожалуйста. Он прекрасен. Что я создал? Он, знаете, похож на Франкенштейна, которого собрали просто из кусков разных внешек, разных персонажей. Так. Ха. Ну, получается, плюс реген эндюрок. Воу! Вот это стартовый пакет. Первая карта! Ковард Трайлз Заны. Знаете, в чем странность в данной пате? 5 человек и ни одного волатайла. Сейчас чат нечитабельный вообще. Ни хрена себе! Шот боссов. В
чем суть построения огорода? Вам нужно закинуть несколько грядок, на которых вы будете растить Т1 семена. У меня вот здесь 3 фиолетовых, 3 синих, 3 желтых. От них идут пилоны, от них нужно протянуть, получается, 3 линии пилонов до хранилищ. Хранилища соединены, 3 хранилища к одному пилону, потом 3 пилона соединяются в один. В итоге все 9 хранилищ идут в сеть, да? И потом все это фигачится на фермы, которые, на которых выращиваются бесты. Здесь немного посложнее, потому что тут нужно распылители поставить, чтобы они опыляли цветки, чтобы они нормально росли. И здесь так расставлено, что все цветки опыляются всеми видами распылителей. Ну, кстати, норм. Теперь, по идее, банку можно скипнуть. Завтра займемся более серьезными делишками и посмотрим, что в итоге из этого перса получится. Отличный стрим, отлично посидели. Спасибо за просмотр, спасибо Your Name, спасибо всем, кто сегодня поддерживал. Это был просто какой-то омега буст. Приходите завтра, сразу после подборочки залетайте на стрим. Пока, чат, меньше чем 3. Пока-пока.